знаешь, навсегда одному. Выбирай, что тебе сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Папиросы, ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу, я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно не три. Свобода — это то, что у меня внутри. Программа «Среда». Все о том, что нас окружает. Лотерея. Говорят, что у вас не падает снаряд. Это не касается лотереи, потому что история знает такой случай, когда один и тот же человек выигрывал лотерею крупный денежный приз дважды. 26-летняя жительница Турина, итальянка, однажды выиграла лотерею миллион долларов, а еще через 4 года, купив счастливый билетик, выиграла миллион евро. Еще один азартный игрок. Многие годы ставят на одни и те же номера. Надеюсь, что когда-нибудь они выиграют. И выиграли при шансах один из 12 миллионов. Еще он выбирает то, что продолжает ставить на те же номера. Это же человек выиграл еще раз. А вероятность такого стечения обстоятельств уже 1 к 150 триллионам. Общий доход счастливчика составил около 500 тысяч долларов. Извините, что расстроил вас этой информацией. Продолжим вместе с Александром Боном. Минут через 20 программа «Среда в четверг» на нашем радио. На поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого командира несли с пробитой утренний пейзаж.
у микрофона Анна Борзых. Сегодня российский президент провел в Калужской области заседание комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. На нем Дмитрий Медведев сделал несколько важных заявлений. В частности, о развитии Иннограда в Сколково. Компании, которые примут участие в создании подмосковного центра инновационных технологий, предлагается освободить от налога на прибыль, уплаты НДС и других сборов. Льготный режим будет действовать в течение 10 лет после регистрации предприятия.